совсем тихо едут. Я стою. Подъехала поближе. Вышел в этот санаторий или еще что-то. Это будет готово, что не повернуть, может затормозить, еще что-то. Какая сволочь, а? Ну, только что его гаишники, по-моему, только что его гаишники, блин, останавливали. Во, зараза, а? Мы потом посмотрим на регистраторе. Слушай, он так меня напугал, вдруг передо мной прям притерся ко мне. И улетел. Вот вообще, гнида. Во, скотина какая. Там стояли двое черных ребятишек. Да. Кавказцы. Посмотрим. Посмотрим, это ж надо, ужас. Не, ну знаешь, 15. Я тоже не из пугливых, но все-таки, когда прямо притерся ко мне совсем уже. Да дело не то. А ведь не было же там встречных, по-моему, чего так близко, нарочно. Стресс хочет, наверное, снять, всех остальных задолбать на дороге. Ушибется где-нибудь. Ну, права же меня не отобрали, я думаю. Конечно, нет. Ну, штраф, может, какой выписать? Наверное. За такую езду. За такую езду и прав нужно лишиться. Да, конечно. Сейчас как раз это называется опасная езда. Это опасная езда, я знаю.